Мамонтята Югры завоевали серебряные медали. Речь идет о слэдж-хоккее. Накануне в Казани завершился всероссийский детский турнир «Кубок силы». За медали здесь боролись три команды. В первый соревновательный день югорчане одержали победу над хозяевами льда «Акбарс Слэдж» со счетом 2-0. В решающем матче мамонтята уступили дружине из Альметьевска со счетом 5-0. Таким образом, наши хоккеисты стали серебряными призерами турнира. Напомним, что в состав мамонтят Югры входят игроки из Ханты-Мансийска, Сургута и Нефтеюганска.